Селеночка, иди покажись, какая ты красивая. Вот Селена. Селена тоже. Очень крупные. Оба дрессированные. А? Джентльмен, видишь, он даже не реагирует на нее. Черные собаки. Очень большая редкость для Одессы. Хотя, в принципе, они повсюду есть. Вот. Но в Одессе как-то они не сильно пользуются популярностью, то их мало. Ну, их мало, я знаю. Да. Это мальчик. Типа. Сидеть. Он сейчас просто обдумывает, что произошло. Сидеть. О, команда сидеть. Сидеть. Покажи мордочку. Рядом. Сюда посмотри. Пиф. Красавец. Сидеть. Вот он. Это Пиф. Играть. Гулять. А это его невеста. Вот они такие красавцы. Это была вязка. Это я на видео. Опа. Мячик нашла. Невеста какая, с претензиями. Не говори. Он мячик обычно свой никому не отдает. Ну, а мячик-то дал. Уважение, значит, да. Поправил. Ой-ой-ой-ой. Погнал, погнал жениха. Это нельзя, уже, нельзя, она уже разошлась. Что? Она уже разошлась. Место, место. Я знаю, я знаю. Вот он так позволит ей чуть, ты только рявкнет. Да, ирокез подняла. Вон ирокез у нее какой. На по спине? Нет, по спине ирокез. Этот у него только одна мысль пока, не понимать, что произошло. Да, он обдумывает, что было. Да. Он не успел понять, не успел привести. Пифа, пифа, пифа. Скоро будут дети. Селенку поят. Ну, одну только. На уме а у Пифа одно на уме. Он первый раз повторить. Не понял, что он должен еще раз это сделать. Ну, он не понял. Все, он понял. Да, она уже не хочет. Максимально это показывает. Попойся. Селенка. Очень похоже. Очень. Похоже, вот такой да. Пиф. У него только глаза. У них глаза разные. Разные глаза, да. Глаза. Но это темное совсем. Но темное это, конечно, лучше. Водичку себе напьет. И у него попа больше, как у девочки. Должна ну да. Попа. Он более футболистый. Это Пиф. Такой симпатичный. Симпатичный. Зуно. И Селена. Рабочие крови. Там и там. Ай, хорошо. Все. Дикобраза убрала. Повязались. Он жених. Унка сходит. Черные. Очень красивые. Очень массивные. Рабочей крови, очень приличные собаки. Довольно после вязки. Это Ункас, он же Пиф. Здоровый, такой здоровый кобель. Умные. Вот дети ходят. Любит детей. Вот так вот. Пиф. Он же Ункас. Родословный. Уж Ункас. А это Селена. Очень веселый. Ага. Забрала у него игрушку его личную. Еще бросается на него. Такая массивная собака. Им по 2 года. Очень массивная собака. Очень темпераментная. Очень красивый экстерьер. Где рабочая кровь, она экстерьерная собака. Такая грудина красивая. Черная. Очень хорошо дрессированная. Очень хорошо дрессированная. Это хозяйка командует. Все, теперь можно. Опа. Будет еще. Ай, брось мои вещи. Иди гуляй, гуляй. А это Унков. Он же Пих. Красавец. Любит с детьми играть. А чем занимается сделать Селена? Да, это уграл. Интерес пропал. Вот она. Селеночка, покажись. Мне вот она. Говорят, мне бы такую подругу найти. Красавица, просто красавица. Такая точеная мордочка, красивая. Команда дай. Принесла. Вот она. Женишок не, что-то не это вот. После вязки не сильно уже ею интересуется. Вот она. Красивая девочка, ничего не скажешь. Черные овчарки очень красивые, особенно когда они мощные. Они как раз очень-очень мощные. Селенка, покажи мордочку. Селена! Селена! Ч-ч-ч-ч-ч! Скажи, не хочу я тебе показывать мордочку. Вот.
И ее жених. Пифа. Вот он. Предусловный ункас. Так он пиф по-домашнему. Пифа.